там, да. Коробка. Угу. И документы вот на сигнальный как раз. А где сам сигнальный? Так, вот и... Ну, что как там? А здесь целый кладезень. Что это за бутылек? Это допинг для спорта. А, это возвращенные, да, скорее всего? Ну, спрашивал, нормально, чё? Я про них, честно, даже не помню. Я ж говорил, выкинул. А сейчас вспомнил, да? Я ж говорил, выкинул просто. Приготовилось, видимо, не отправлено было. Деки. Нет, с дек или почта? Почта. Ты его до сегодня получал? Нет. Так. Без волокиты работаем. Так. Объявление в интернете подавал, да? Да. Ну, там WhatsApp, опять. Номер. Либо моя страница в комментариях, фото пишите. О! Лицензию не требуем. Резина стоял. Резина стоит. Номера там все записали. Так, а здесь тоже вроде бы стоят травматические. Эти магазины продаются по 300 рублей. Я понял. Этом. Патроны стоят травматические. Ну, это, конечно, подходят к этому. Вот, вы стройте его. Ладно. Посмотрим сейчас. Можете его вскрыть. Подойди, подойди. Это просто. Ну как просто? Какой ущерб? Какой? Ну он знает. Я сказал, что... Ну что, у вас адвокат?